Итак, я продолжаю сегодня опять эксперименты с инструментом Bevel. Сегодня рассмотрим самый такой, как говорится, примитивный эффект, но он тоже выглядит неплохо. Для этого я создам обычную какую-нибудь прямоугольную форму. И давайте перейдем в Edit Mode, выделение грани. Выделим вот эту грань. Выделим вот эту грань. Выделим, короче, и вот эту грань. Окей. Переходим в Bevel. Опа. Окейненько. И увеличиваем. Число. Здесь я немножечко снижу. А здесь, в принципе, можно увеличить вот так. И еще вот так. И вот такая у нас получается фигура. Тоже выглядит неплохо. Давайте создадим следующую фигуру, и я создам вот такую фигурку. Перейду в Edit Mode, на выделение грани и выделю вот так две грани. А вот так. А вот такой у нас получается эксперимент. Вот так мы можем вывести вот такую фигуру. Здесь можно опять же тоже поэкспериментировать. Вот таким образом. Вот таким образом. Здесь можно уменьшить. И тоже поэкспериментировать. Вот. Даже можно уменьшить. Вот такие у нас эксперименты. Вот так. Вот так. Прикольно выглядит. Окей. Продолжаем эксперименты с нашим Бевелом. Edit Mode. И я давайте теперь треугольник создам и поэкспериментирую уже. Вот таким образом. Окей, ну-ка. А вот так можем еще посмотреть. Таким образом. Мы такие уже эффекты получали. Таким образом тоже можно преобразить нашу фигурку. Но вот серединку надо быть аккуратной, чтобы она нас не заходила, не пересекалась. Вот таким образом.
Можно углы. Углы не забываем. Углы можно, опять же, экспериментировать. Их можно немножечко увеличить. Включить другой модус. И вот такие элементы можно делать. Давайте теперь выделим точку и над ней поэкспериментируем, чтобы точка трансформировалась. Перейдем в другой формат и тоже поэкспериментируем вот таким образом. Опа. Вот так. От любой фигуры можно получить разные элементы. Я еще один лайфхак приготовила. Он тоже переведен с турецкого, скоро выйдет. Немножечко там тоже сложно было переводить, и потребуется время, чтобы, как говорится, данный прием применить. Ну, на этом все. Пока-пока.